Сегодня 30 ребят из Видного отправились в спортивный лагерь в город Курск. Уже 7-й год школьники нашего города ездят туда отдыхать и всякий раз возвращаются с незабываемыми впечатлениями. В 6 утра на Советской площади было оживленно. Родители провожали своих детей на 3 недели в лагерь «Олимпиец». Большая часть тех, кто отправился на отдых – мальчишки. Многие занимаются в спортивном клубе «Орленок». Скучать, говорят, в лагере будет некогда. Пробежка утром. Потом мы завтракаем, потом у нас дзюдо, потом мы вечерком так отдыхаем. Неизменно с ребятами в лагерь ездит руководитель клуба «Орленок» Гаджимурад Гаджимурадов. Перед отъездом родители смогли пообщаться, задать вопросы, оставить личные просьбы. Там нас ждет хорошая погода. Поспим в автобусе, приедем уже на обед. Купаться не будем. Первый день проведем разведку. Погоду в Курске на ближайшее время обещают хорошую, поэтому есть все шансы, что отдых будет сопровождаться ежедневным пребыванием на свежем воздухе и купанием в реке. Также ребят ждут ежедневные тренировки, экскурсии, кружки и увлекательные мероприятия. Пожелаем им хорошего отдыха.